Один лесхоз на два района жителей Качковского и Доволинского. Обеспечивать дровами теперь будет одно подразделение. Мера вынужденная. Качковское предприятие не смогло справиться с долгами, потому его решили спасать, присоединив к соседнему. Основную часть сотрудников сохранят, а вот директору и главному бухгалтеру придется искать другую работу. Объединенное предприятие со временем рассчитается и с долгами. Главное сегодня – обеспечить дровами жителей Качковского района. Интересно, что Доволинский лесхоз несколько лет назад тоже был в шаге от банкротства. Но там оперативно изменили подход к работе, организовали переработку древесины, ассортимент продукции, вышли на областные рынки, расширили клиентскую базу.